Так, ну вот, дорогие друзья, Ашаб из Египта предлагает нам с вами вот такой вот интересный монохромный циферблатик, цифровой. В данном случае у нас время в 24-часовом режиме, и здесь это указано, может быть, в 12-часовом, в зависимости от настроек вашего смартфона. Что у нас здесь есть из интересного? А вот эта вот секунда здесь, видите, как идет, как на аналоговых часах. Здесь же везде все цифровое, пожалуйста, день недели, число месяца. Дальше у нас здесь, пожалуйста, виджеты все идут. Здесь пропущенные сообщения. Дальше у нас сколько я натопал. Здесь у меня какой пульс. Далее погода, все это меняется. Как вы хотите, так сможете и поменять. Далее давайте что посмотрим. Здесь вот интересно выполнен также заряд батареи. Ну а теперь давайте пройдемся, посмотрим по настройкам. Кстати, у меня есть один из промокодов. Пишите комментарии, раздам вам их с удовольствием. А вообще на него 70% скидочка. Также, дорогие друзья, я вас прошу, независимо от того, понравился вам данный циферблат или нет, сделать одну очень полезную вещь, а именно полезную для разработчика. Пройти, значит, в Play Market, значит, комментарии где вот, пожалуйста, да, или отзывы, и поставить 5 звезд и написать «молодец». Просто поддержать, потому что действительно разработчик старается и делает свое дело. Пусть делает еще лучше, если у него как бы дела в гору пойдут с помощью наших с вами хороших 5-звездочных отзывов. Здесь, значит, что у нас? Меняется цвет. Пожалуйста, фона часов, цветов достаточное количество. Я думаю, что каждый из вас найдет то, что ему будет интересно. Далее мы с вами можем это все комбинировать, пожалуйста, с бизелем, который идет вокруг. И он также может менять цвета, какие хотите. Ну и цвет самих цифр, естественно. Сейчас его не видно, но можно сделать вот так, можно ярко-красный сделать и так далее и тому подобное. Ну а следующий это вот виджет 1, дальше второй, здесь значит стоят у нас ярлыки приложений, ну и здесь тоже еще один виджет. И по факту мы с вами получаем циферблатик, короче, какой вы желаете. Остальное вы все видели. Прошу вас еще раз, дорогие друзья, все-таки поставить ему 5 звезд. Это моя просьба к вам огромнейшая. Ну, спасибо, вы были на канале SmartWatch.